первую помощь обязаны оказывать три категории граждан. Это сотрудники полиции, это спасатели МЧС и это медицинские сотрудники. Для всех остальных навык оказания первой помощи пострадавшему не является обязательным, но весьма желателен. Ведь подчас от этого зависит жизнь человека, поддерживать которую важно до приезда скорой. Базовый курс оказания первой помощи жителям Одинцова представил международный инструктор. Нам важно научить людей, как действовать при любом несчастном случае, с помощью буквально своих двух рук. Важно вызвать скорую, важно ее дождаться, но пока мы ждем, нужно действовать. При остановке сердца у человека, при проблемах с дыханием. Очень важно не просто ждать скорую помощь, но и оказывать непосредственно какую-либо помощь пострадавшему. И учитывая, что вы крупный, крепкий мужчина, это далеко не полная сила. Не сильнее, чем сейчас, но побыстрее. На манекенах инструктор показал, как делать взрослому и младенцу непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, накладывать давящие повязки и жгуты при ранах с сильным кровотечением, а также как действовать, если человек подавился. А в завершении обучения каждый присутствующий получил не только специальные теоретические и практические знания по оказанию первой помощи по программе Международного Красного Креста, но и соответствующий сертификат. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».